Сотрудники администрации города-курорта Анапа совместно с сотрудниками полиции провели плановый рейд по несанкционированным точкам торговли на улицах Горького и Краснозеленых. Первое замечено нарушение реализации табачных изделий. С 1 июня 2014 года в силу вступил закон, который ограничивает продажу табака в открытом доступе. Но владелец киоска обязательств не выполняет. Вывеска на всеобщем обозрении, а сигареты реализуют через окно. Члены комиссии выявили несколько фактов нелегальной торговли среди продавцов фруктов и овощей. Документы оказались лишь у немногих. Торгуют пенсионеры, зарабатывая прибавку к пенсии. Далее по улице Горького в заведении под названием «Домашняя кухня ням-ням» удивили совсем неаппетитные условия, полная антисанитария. В помещении, где готовят, грязь. Владельцам дали сутки, чтобы все исправить. Вокруг рынка, по улице Горького, по улице Краснозеленых, очень много бабушек с товарами, которые выращиваются на своих приусадебных участках. Но здесь тоже есть решение. Рынок нам предоставляет 44 места бесплатных именно для пенсионеров, инвалидов. Будем проводить работу, чтобы этих людей упорядочить и привести эту торговлю в приличный вид, в соответствии с законодательством. Мы посмотрели сегодня эти прилавки. Вполне достойные, они находятся в центре рынка. Сотрудники администрации и полиции выявили нарушение на центральном рынке в торговой точке продажи мясных изделий. Продукты находятся на открытом воздухе, без холодильника, кондиционера тоже нет. Предприниматель даже не замечает, что некоторая часть его продукции уже испортилась и непригодна для продажи. А человек, который покупает, потребитель, он знает, что она была прежде замороженная? Вы бы вышли лучше сюда. Посмотрите, у вас пыль летит, грязь летит. Уберите, пожалуйста. На нарушителей составляют административные протоколы. Рейдовые мероприятия по выявлению несанкционированной торговли будут проходить ежедневно.